Синоптики сравнили нынешнюю погоду в столице с зимой 1953-54 годов прошлого века. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн» и сейчас подробности. Московская зима скупа на морозы и осадки, заявили специалисты. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Метеоновости. По данным синоптиков, она похожа на зиму 1953-1954 годов, когда в Москве также наблюдался серьезный дефицит осадков. Уточняется, что в декабре 2019 года в столице выпало 22-33 мм осадков, что составляет всего лишь половину от месячной нормы. Также эксперты добавили, что их основная часть была в виде дождя. Пока это все. На сайте mymsk.online вы сможете найти еще больше новостей из жизни столицы и не только.